снимает? Да. Что тебе говорить? Киев замечательный. Сейчас пойду встречусь с нашим главным сценаристом. Потом пойду встречусь там с представителем одной сценарной школы. Потом со старым другом. Потом поедем на встречу с продюсерами украинскими. В общем, здесь полный город креативных, классных людей, с которыми надо пообщаться. Вот, а пока несу арбуз украинский, пробовать его. Соседей по бывшему Советскому Союзу, соседи некоторых географических, некоторых наших исторических соседей, они развиваются каждый по-своему, и у каждого абсолютно своя история. Очень динамично развивается рынок Казахстана, который производит не только полнометражные фильмы и шоу, но и очень активно производит сериалы, мы об этом поговорим, я надеюсь, сегодня. Собрали за этим круглым столом представителей четырех этих стран: Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Молдовы. Я хочу вам представить каждого из них сначала. У нас здесь собрались Дмитрий Цыр, это генеральный директор «Реалитатия медиа» Молдовы, Николай Пак, Казахстан, директор первого творческого объединения, Элина Каракулова, Кыргызстан, директор представительства «Интервью» в Кыргызстане, и Али Алиев, директор ассоциации участников ИКТ-рынка Азербайджана. Да, перейдем к Казахстану, Николай. Что хотел у вас спросить? Я знаю, что плотно, да, вы сотрудничаете с украинскими, в частности, сценаристами, к примеру. То есть это лично ваше сотрудничество или это практика вообще казахского рынка? Я вам могу сказать не очень такую, как сказать, приятную для себя, она не подтвержденная статистика, скажем так, это мое мнение, но если брать рынок сериалов, как я уже сказал, самая популярная это мелодрама, то я думаю, процентов 30-40 сценарного рынка сериалов в Казахстане, то есть закрывают украинские специалисты, украинские сценаристы. Это не только я, то есть многие продакшн компании работают с сценарными группами. Ну, по большей части там даже одна группа закрывает, одна сценарная группа закрывает такой объем. Причем мы говорим о сериалах на казахском языке с казахской ментальностью. То есть это не, ну, у нас очень мало сериалов на русском языке, потому что не выдерживают конкуренцию, опять-таки. То есть, резюмируя, хочу сказать, что если официально копродукции, возможно, раз-два общался, да, то копродукция на более низком уровне, где в титрах нет Украина-Россия, а просто между специалистами она более... Ну, в России меньше, меньше, но я могу сказать, что есть целый, ну, есть несколько продюсеров, которые, ну, с 2014-го, мы понимаем, да, там были определенные ситуации, переехали в Казахстан и работают там достаточно успешно. Сценаристы, кто востребован, да, если мы говорим о возможностях взаимодействия. Продюсеры, шоураннеры, реалити, то есть, ну, то есть это возможно не постоянно, но как бы, когда мы думаем, как сделать такой проект, который мы не, тут нам кажется достаточно сложным, мы сразу начинаем думать, нам надо, наверное, звонить в Киев, там кого-то искать, может быть, кого-то перевезти сюда. Спасибо, опять оптимистическая нота, опять конец нашей панельной дискуссии. Спасибо большое, спикер. Не знаю, что для Казахстана какие-то. Очень жаль, что так мало времени, думаю, в следующем году мы учтем, что больше надо, правда. Фан-клуб Николая Пака, я не могу отойти. Да-да-да, это звезда, да. Да, проходите.
если я буду что-то не то говорить, вот смотрите, я буду ссылаться на то, что я бы говорил в состоянии аффекта. Мы сейчас спустимся по Андреевскому спуску традиционно, и на Подоле у нас встреча с нашим другом. День насыщенный, специально назначаем встречи в разных точках города. Вот это ты меня обломал? Ну как не так? Ну что ты делаешь? Где мой мед? Это сало. Это сало. Как плохие парни, да?